На прошлом совещании рабочей группы было дано задание управления архитектуры и департаменту развития администрации морских портов разработать все-таки схему окончательную и подать ее на рассмотрение сегодня рабочей группы. Была проведена большая работа двумя департаментами, с выезда на место. В течение 3 дней непосредственно производились выезды и работы на месте предполагаемых дорог. Было представлено, в результате работы было представлено 3 варианта альтернативных. Все-таки нужно было показать о том, что какие существуют вообще возможные варианты в природе на сегодняшний день. По результатам сегодняшнего совещания нам было предложено, мной как руководителем рабочей группы, в результате обсуждения было предложено администрации морских портов выбрать вариант, один из вариантов, один из 3 вариантов, который предполагает независимый съезд на существующую дорогу по дамбе и перспективный выезд на объездную дорогу, которую должна будет построить служба автомобильных дорог. Администрация, учитывая, что сегодня не было первых руководителей администрации морских портов, они взяли буквально 2-дневный тайм-аут для того, чтобы доложить непосредственно представителя, доложить. И в среду, крайний срок, четверг, на следующей неделе мы должны увидеть заявление в адрес Одесского городского завета с просьбой о раздаче разрешения на разработку проекта отвода земель для строительства этой альтернативной дороги. Да, я очень надеюсь, что все-таки администрация морских портов согласует и примет вариант города. В конце концов, это земли города. Мне кажется, что в первую очередь должны слушаться, прислушиваться к мнению горожан. И если будет вынесено это решение на сессию городского совета, я считаю, что рабочая группа может действительно закрывать свою работу.